Почему воробьи прыгают, а не ходят, как, скажем, голуби? Сейчас я все расскажу. Ну, во-первых, воробьи обладают слишком короткими ногами. Они просто не смогли бы удерживать равновесие, если бы двигались как голуби. Во-вторых, дело в весе. Смотрите, все небольшие птички передвигаются прыжками. К тому же у них намного больше энергии, которую они могут позволить себе тратить. Существует и третье, не менее интересное мнение. У воробьев механизм мышц ног парный. Сделав шаг, ну скажем, левой лапкой, вторая воспроизводит то же самое действие. Давайте подведем итог. Первое – это слишком короткие лапки. Второе – это маленький вес. И третье – это парный механизм мышц ног. Ну а если вы когда-нибудь задумывались, почему у птиц не мерзнут лапки зимой, обязательно посмотрите вот это видео.